Ну, вы знаете, так отвечает, по мнению украинской службы информации, депутат Одесского областного совета на вопрос, за какие средства он содержит собственный благотворительный фонд. По документам, 30-летний Виктор Баранский живет с мамой в советских времен девятиэтажки. Зато у него уже есть собственный фонд имени себя. Средства молодого депутата топ-блока многие связывают с его прошлым. Как оказалось, свою предпринимательскую карьеру нынешний депутат-оппозиционер начал в качестве курьера. В его обязанности входила транспортировка фальшивых денежных средств из Польши в Украину. Его процветавшим на первых порах бизнесом, правда, вскоре заинтересовались правоохранительные органы. Так, с курьерским поприщем Виктору Сергеевичу пришлось распрощаться и перейти на новую, более интересную работу. Баранского завербовала СБУ. Сегодня, к слову, львиную долю внимания молодого депутата мецената получает Коминтерновский район, где он и плитку в детсадах кладет, и снег экскаваторами чистит. Предвыборный, естественно, период. И это неудивительно. В прошлом в группировке Виктора Баранского состоял экс-милиционер 7-го километра Александр Клишенко по кличке Саша Кашель, чей близкий родственник – действующий замначальника полиции Коминтерновского района. Сам Кашель перевозил деньги и при этом отсидел 10 лет за убийство. Эта связка – замначальника Коминтерновской милиции, экс-милиционер промтоварного рынка, депутат Одесского облсовета, продолжает контрабандную деятельность по поставкам в Украину фальшивых евро и сегодня. Именно под отмывание преступных нелегальных денег и создан фонд имени Виктора Баранского. И, к слову, по информации определенных источников, площадь квартиры, где на данный момент проживает Виктор Сергеевич, составляет 800 квадратных метров. А в городе тем временем продолжается аттракцион тщеславия. Количество билбордов, пиарящих молодого депутата, множится. И стоит их аренда, между прочим, более 4000 гривен в месяц. А их по городу много. Но разве это деньги, когда у вас есть собственный благотворительный фонд?